Ну что, ребята, всем привет, сегодня новый влог, и я приехал на Drift Point, это в Энеме, тут небольшая площадочка, и ребята долбят на своих машинах, немножко политая трасса водой, чтобы сейвиться, чтобы не стирать сильно резину. Сейчас сделаю несколько кадров со стороны и постараюсь кому-нибудь напроситься в машину покататься. Вот такие здесь тачки, турбожига. Все по стилю. Ну что, поехали. Большая скорость, парный дрифт. Ребят, ну вы сами все видели, это просто неимоверно круто. Так что приезжайте сюда, кто из Краснодара, на Drift Point, у кого есть тачки, у кого есть желание, катайтесь. Бля, в общем, кайфуйте, смотрите, как здесь люди ездят. Просто даже приезжайте посмотреть. Автопром садимся. Владос покажет, что он умеет, да? Примерно нихуя. Ну, примерно что-то может, да. Короче, сейчас. Бля, ну тут, конечно, комфортнее, чем в Жиге, однозначно. Тут просто люкс после Жиги. Мне кажется, часы, блядь, как у Майбахи просто. Ну, да, все, я специально поставил, чтобы типа почти Майбах был. Да, максимально.
Максимально. Что это за машина, скажи? Nissan Laurel в 34-м кузове. Nissan GTR, да? Да. GTR сказал, блядь. Не GTR, а Laurel. Ладно, короче, мы едем, да? Погнали. Йоу-йоу. Рыга проехала, и мы поехали. Сейчас поплавится. Что там? За коллектора, видишь? Ай-яй-яй-яй-яй. Шлангочки поплавились на блок. Вот это стиль. Дальше у меня, короче, завышал оборот. Вот такой Nissan GTR. Ой, блядь, Laurel R34. Вот Instagram Владоса. Подписывайтесь. Ставьте ему лайкосы за такую тачку крутую. Вообще, респект. Краснодар Лаур Клаб. Сгрелась чуть-чуть? Едем выручать парнишу. В кувет чуть-чуть ушатался. Там что-то заглохло, походу, жига. А там в кувет ушла. Но трос у ребят там был. Опа! Выходим на ходу. Группа экстренной помощи по вспахиванию полей. Чуть-чуть, короче, уехали. Кукурузу, блядь, помял! Давай, наверное, я перееду ровно под него, а потом зацепимся. Выезжайте, давай по чуть-чуть. Такие следы оставляет жига после себя. Бля, травы набрал. Ну, относительно ничего страшного нет. Ну, вообще ничего страшного. Траву только покосил. Так с кайфом. Вот так вот спасательная бригада сработала. Она отлично. Едем дальше, да, долбить? Местные... Ушатали рычаг на жиге. Обидно. Обидно, досадно. Ну ладно, да. Все чинится, все это поправимо. Вообще на стиле, на каркасе жига. Вася, карты, блядь, просто кожа, рожа. Кайф. Thank you.
начинает разворачивать, но в целом выглядит очень эффектно. Я в шоке. Вообще кайф. Смотрим. Красная жига на жире. Турбовая. Ай-яй-яй, чуть-чуть развернул. Надо, конечно, набивать скилл по чуть-чуть ребятам, это круто. По мокрому, на самом деле, меньше стирается резина, поэтому это большой плюс. Ладно, уйду я с данного участка, с этого конфига. Вот все в воде здесь, чтобы меньше резина стиралась. Пойду я отойду, потому что смущаю немного ребят. Мне кажется, им страшно, когда стоит здесь оператор какой-то и мешает им вылетать с трассы, вылетать. Ну, страшно, чтобы не сбить, конечно. Поэтому они сейвятся и не едут на полную. Конечно, так сказал. Ну, в общем, вот такие дела. Тут даже есть мобильный шиномонтаж. Ну, маленький. Я говорю, ну, хорошо, маленький, ладно, не буду запрашивать, говорить. Ребята на месте могут заменить резину, если у них она уже до талого стерлась. А так, в целом, я смотрю, что ребятам надолго хватает резины, катаясь по мокрому. Красивый закат. Покатушки уже подходят к концу. У ребят резина уже на исходе. Вода тоже уже подсохла чуть-чуть. Так вот подвязывает аккумулятор, чтобы не сыпь. Или чтобы он не улетел. Сейчас, ребята, покажу вам поливалку, которую соорудили ребята, чтобы обливать здесь трассу водой. Это просто раритет. И где-то я уже снимал эту машину. Тоже здесь, кажется. Вот, можете первое видео у меня на канале посмотреть. Вот такой у нас раритет, который возит за собой вот такие большие баки с водой, которые разливают по трассе. Это нормальные самоделкины. Вот тут чопик снимает. И погнали разливать москвич. Выхлоп, шотган. Вай-вай-вай. Красивая дверь. Это ржавчина, ребят. Red look. Стильные такие зеркала. Вообще бомба. Вот так вот ребята устроили себе поливалку и поливают данную трассу, чтобы ребята могли долбить, не ссать. Встретил тут человечка, который, собственно, заведует, да, здесь площадкой. Расскажи, как тебя зовут? Меня зовут Владимир. Ты как вообще пришла идея такая, чтобы здесь организовать? Чтобы по городу было какое-то... С города никого убирать не хочу, просто чтобы ребята отдыхали, развлекались, общение, мясо, шашлык. То есть, по большому счету, просто обычное общение. А что это вообще за трасса? Ну, типа, что это было? Аэродром у нас под НМом находится, который бывший когда-то заброшенный военный. Наверное, тут раньше стояли военные самолеты. Но сейчас этого уже нету, как все это уже давно развалилось, и... Просто сейчас мероприятие, удовольствие для ребят, не более, как бы покататься, поразвлекаться, ну, чтобы все получали удовольствие и не более. Кайф. Просто покайфуйте. Спасибо. Спасибо большое. Да, не за что. В общем, такая площадочка, это бывший аэродром, я так понимаю, заброшенный на данный момент уже. И еще остался асфальт, хотя он очень такой большой фракции, но кататься можно, и в целом ребята катаются, кайфуют. Приезжайте сюда, ребят, не пожалеете. Даже просто посмотреть. Ну что, друзья, если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Я буду очень рад этому. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Или в следующем выпуске. Ну, короче, увидимся. Или на улице увидимся.
Давайте, пока.